Распаковка для магазина «Розетка ЮА». Полочка стеклянная. Вот ее моделька. Не знаю, видно там. Потому что неудобно ее разворачивать. Я не знаю, фирма, я так понимаю, JF. Так, идет картонные коробочки. Еще, блин, попробую открыть. Вот картонные коробочки. Так, что у нас идет в комплекте? Пластиковые декоративные элементы. Я так понимаю, держатся на самой полочке. Точнее, не декоративные, а типа заграждения. 4 дюбеля пластиковых. Ну и 4 винтика. И сама. А, и ключик там для регулировки. Для регулировки, скорее всего. Сейчас уже достану ее. Да, для вот этой регулировки. Сейчас покажу. Вот. Ну, типа, чтобы накладку, я так понимаю, вот эту вытащить, прикрутить, а потом прислонить к стене и зажать. Ну, я думаю, это понятно для тех, кто покупает полки. Я покажу. Вот, ключик. Ну, это низ, соответственно. Вот эту штуку прикручиваем к стене, а потом просто приставляем на полочку и зажимаем вот этот вот гужончик, винтик. Вот он. Так. И вот здесь он, видно, зажимается. Ну так, в принципе, практически все полочки, поэтому думаю, что есть проблемы. По размерам, в принципе, на сайте написано. Сейчас я возьму взять ее сразу. По размерам 52. Само стекло 12, а от стены, именно от стены, будет где-то 13,3. Вот так вот где-то. 13,3, даже почти 13,4. Это именно от стены. Ну, собственно, все.